Все, я начинаю. Значит, добрый день всем. Меня зовут Башурат, и я специалист по продажам в музее Лувра в Абу-Даби. Давайте начнем нашу презентацию с этого ролика, видео. Надеюсь, все у вас видно. Башурат, пока не видно, вы не запустили демонстрацию экрана. Сейчас, секунду. Видно, да? Да, вот сейчас видно. Окей, все. Значит, начнем презентацию. История Лувра Абу-Даби. Значит, решение о создании музея было принято в 2007 году. Между правительством ОАЭ и Францией было подписано соглашение о создании музея на острове Саадиат в Абу-Даби в рамках культурного обмена. Строительство началось 2009 года. В 2017 году музей был открыт для публики. Торжественная церемония с участием президентов Франции и ОАЭ состоялась 8 ноября. Лувр Абу-Даби – это уникальный музей на Ближнем Востоке. Локация. Здание музея расположено на острове Саадиат. На острове также разместится филиал музея Соломона Гуггенхайма, The Abrahamic Family House и Национальный исторический музей Шейха Заида. Часы работы. Понедельник музей закрыт, вторник, среда, четверг с 10 до 6:30, пятница, суббота, воскресенье музей открыт до 8:30. Коллекция Лувра Абу-Даби. Лувр Абу-Даби придерживается хронологического порядка, а не делит работы по географическим регионам. Он разделен на четыре макрозоны. Значит, древний век, средние века, современный век и модерн. В коллекции Лувра Абу-Даби вошли экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе картины Леонардо да Винчи «Спасатель мира», Пикассо, Гогена, Моне, Магритта, Беллини и так далее. Также в музее существует тематический зал, где выставлены древности различных стран Китая, Индии, Ирака, Конго и так далее. В музее представлены бок о бок религиозные предметы, вот здесь можно увидеть, разных культур. Другие музеи арабских стран одолжили Лувру Абу-Даби 28 значимых экспонатов, в том числе двухголовой бюст из Айн Газаля. Музей называют в первом арабском мире универсальным музеем. Архитектура. Архитектором Лувра Абу-Даби является Жан Новел. Десятки зданий, из которых состоит музей, расположены на берегу Персидского залива. Они соединены набережной и самой потрясающей особенностью музея – куполом. Огромный купол шириной 180 метров состоит из 8 слоев стальных геометрических звезд и кажется, будто он парит над музейным комплексом.
Поскольку благодаря перфорации купола солнечный свет может проникать внутрь, в музее под куполом возникает иллюзия светового дождя. Лувр Абу-Даби – это не только музей. Внутри музея вы найдете два кафе, ресторан для гурманов, магазин сувениров и книжный магазин. Вот все здесь. Значит, спортивно-оздоровительная программа. У нас есть хаякинг вокруг Лувра Абу-Даби, йога под куполом музея. Есть еще, воспользуйтесь нашим бесплатным приложением Louvre Abu Dhabi Art Application. У нас в музее есть Wi-Fi бесплатный. Вы можете скачать application, the museum application, и послушайте подробную информацию о Louvre Abu Dhabi, его ключевые моменты и описание архитектуры. Это приложение доступно на 7 языках, получается арабском, английском, французском, китайском, русском, немецком и хинди. И доступно на App Store и Google Play тоже. Информация для посетителей. Стоимость стандартных билетов в Лувр Абу-Даби составляет 63 дирхама, это получается 16 евро для взрослых. Дети до 18 лет могут проходить бесплатно. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, можете написать моей коллеге Ясемин. Она занимается с вашим аккаунтом. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сейчас задать, я отвечу. Было приятно презентовать Алувра Абу-Даби. Если у вас будет вопросы, можете написать мне или моей коллеге. Будем рады, будем на связи с вами. Спасибо. До свидания.